раз об этих всех темах в сегодняшнем вебинаре. Итак, для того, чтобы понять, что такое энергия денег, а ведь очень часто в нашей эзотерике, которая есть в интернете, говорится о том, что есть эзотерика денег, есть энергия денег, очень часто говорят о том, что давайте привлечем энергию денег, и всегда создается такой вот, появляется сам по себе такой вопрос, а что же такое энергия денег, как она возникает? Для того, чтобы с чем-то работать, необходимо, наверное, понимать, что же это такое, потому что если человек понимает, что такое энергия денег, он фактически может этим управлять. Энергия денег, по моему мнению, является чувство, которое возникает у человека в тот момент, когда он думает о деньгах, прикасается к деньгам или думает о чем-то, что связано с материальным ростом. Допустим, у меня нет денег, но есть карта, на которую приходят деньги. И я рассчитываюсь картой или рассчитываюсь на счета, отправляю деньги или рассчитываюсь в зарплатах или там делаю еще что-то. Так вот, очень зависит мое Чувственное восприятие данного м, действия, оно очень зависит на то, будут деньги в мою жизнь приходить или будут из моей жизни выходить. И поэтому мое мнение, энергия денег является энергией, которая возникает в виде чувств в тот момент, когда человек думает о деньгах, думает о своем будущем, думает о своем материальном благополучии, которое у него будет развиваться на протяжении денег. Как же энергия денег связана с нашей жизнью? Давайте определим, что же такое на самом деле деньги в нашей жизни. Скажите, каждый из нас, наверное, кто работает на кого-либо или на себя, наверное, столкнулся вот с чем. Когда мы посвящаем свою жизнь зарабатыванию денег, то... Это звучит, как я потратил там, 7, 8, 9, 10, 11 часов на то, чтобы зарабатывать деньги, и после чего получил эти деньги. Таким образом можно фактически сказать, что моя жизнь... 11 часов, которые я провел для того, чтобы заработать деньги, равняется той сумме, которую я заработал. Таким образом, можно сказать, что многие люди думают, что они ходят на работу. На самом деле, эзотерически это звучит как «я иду для того, чтобы поменять свою жизнь на материальные блага. Таким образом, я э, фактически свою жизнь э, меняю на материальные блага или меняю на деньги. Таким образом, можно сказать, что жизнь и деньги, они между собой приравниваются. И первый такой эзотерический секрет, о котором бы хотелось сказать, по моему мнению, увеличение стоимости нашей жизни может быть связано с привлечением в нашу жизнь материального благополучия что я имею в виду по моему мнению увеличение стоимости жизни связано с тем насколько наша жизнь ценна а что является ценностью нашей жизни ценностью нашей жизни является наши чувства чувство восхищения чувство радости чувство эстетизма чувство какого-то благополучия и любви, вот эти чувства, они увеличивают стоимость нашей жизни. Так стоимость жизни человека, который все время огорчен, более низкая, чем стоимость человека, который слушает музыку, который играется со своими детьми, который радуется всему окружающему его на Земле. Таким образом, не стоит забывать о первом секрете, который звучит как секрет номер два увеличивайте стоимость жизни, становитесь эстетами, начинайте радоваться, начинайте испытывать или получать хорошие эмоции, начинайте это делать.